первом полугодии 2020 года возбудили 13 дел по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Например, в отношении мэрии, которая выдала компании «Лидерком» документы на право осуществления пассажирских перевозок по 52-му маршруту без проведения конкурса. Администрация города в установленный срок не было исполнено в добровольном порядке предупреждений. Антимонопольный орган возбудил дело в отношении администрации, по итогам которого администрация города Оренбурга была признана нарушившим часть 1 статьи 15 федерального закона 135, и ответчику было выдано предписание о необходимости аннулировать либо прекратить действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 52-му. В первом полугодии 2020 года оренбургским УФАС возбуждено 300 дел, выдано 238 постановлений о наложении штрафа. Его сумма составила около 4 миллионов 300 тысяч рублей. На данный момент взыскали 67%, это почти 3 миллиона. Напомню, управление возбудило дело в отношении компании «Природа» из-за непроведения торгов по транспортированию ТКО. На юридическое лицо наложен штраф в размере 11,5 миллионов рублей. Анастасия Клёсова, Никита Плотников, городской телеканал ЮТВ.